Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Здесь мы переходим к второй не менее интересной злокачественному образованию, эротелиальному раку, рак мочевого пузыря, мочеточников, лоханки почки. И если мы говорим о возможностях иммунотерапии в лечении эротелиального рака, то все известные иммуно-онкологические препараты одобрены всеми регуляторными органами в мире в отношении эротелиального рака. Но посмотрите, очень важная отметка, при резистентности или при исчерпании эффекта, или при прогрессировании после использования препаратов платины. Поэтому, несмотря на действительно принципиальные достижения этих препаратов в лечении эротелиального рака, никогда не забываем о том, что основной все-таки остается химиопрепарат, препарат платины, и не уклоняемся от стандартов лечения, скажем так, потому что всегда желание прослеживается, поэтому мы всегда должны помнить. Возможности ингибиторов иммунодочек контроля лечения эротелиального рака, они действительно очень широки, и если мы посмотрим, даже в лечении немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, резистентного к БЦЖ терапии у пациентов, которые отказываются или которым невозможно выполнить цистектомию, у этих пациентов возможно применение, в частности, пембролизумаба с очень хорошим эффектом. В принципе, дизайн этого исследования представлен, и такие отдаленные результаты, в том числе при лечении не только такого чистого эротелиального рака, но и папиллярного рака мочевого пузыря, они до сих пор представляются, поскольку действительно это интересно. Если мы посмотрим на классический немышечно-инвазивный эротелиальный рак, 40% полных регрессов при использовании пембролизумаба у данных пациентов. При этом, если достигнут полный регресс, то медиальная длительность его составляет примерно 1,5 года. То есть, в принципе, действительно, возможности очень такие убедительные. Ну, и если мы говорим уже о мышечно-инвазивном раке, то, конечно, неоадъювантная иммунотерапия, она уже очень активно изучается, и хотя, опять же, место препаратов платины, оно никуда не исчезло. Напомню, что препараты платина, они позволяют достичь выигрыша в медиане общей выживаемости примерно 2,5 года. Но в то же время иммуно-онкологические препараты в первой и второй фазе испытаний показывают, что полный патоморфологический регресс можно достигнуть у 30-40% больных. Очень высокий процент, и самое главное, экстраполируется ли он в увеличении общей выживаемости. Исследований очень много. Исследования первой и второй фазы мы видим и сочетание химиопрепаратов, и ингибиторов иммуноточек контроля, только ингибиторы иммуноточек контроля, их комбинации между собой – причем и известные нам ниволумаб, и ипилимумаб, и большое количество различных других агентов разных производителей. Конечно же, область очень интересна, потому что действительно очень неплохие результаты демонстрируются. В частности, если мы комбинируем ингибиторы иммуноточек контроля с цитостатиками, с режимом GP, классическим режимом неоадъювантной терапии, то также видим, что примерно у половины пациентов мы достигаем полных патоморфологических регрессов, и не зависит это от даже экспрессии PD-L1, по крайней мере, в этом исследовании. Исследований, как я уже говорила, много, и только иммунные препараты и комбинации с химиопрепаратами, и вот такой спектр, ну, довольно убедительный, полных патоморфологических эффектов, достигающий даже 45%. Ну и также то, о чем мы говорили, биомаркеры, вот эта вот циркулирующая ДНК опухолевая, если мы говорим о возможности достижения большего эффекта, то это все-таки больше у пациентов, у которых эта циркулирующая микро-ДНК не определяется. Исследования уже третьей фазы, они уже, в принципе, уже дадут нам такой более точный ответ на возможности применения этих агентов в неоадъювантном режиме и у пациентов, которые подлежат препаратам платины, и у пациентов, которые имеют противопоказания к использованию цисплатина. Мы видим такие многочисленные исследования, и, конечно же, их результаты, они будут нас очень интересовать. Адъювантная терапия. Вот в адъювантной терапии уже место иммунных онкологических препаратов, оно уже доказано. В частности, те исследования, которые были проведены, исследования и с ниволумабом, и с дурволумабом, и с тезолизумабом и с пембролизумабом. Но то исследование, которое мы уже можем использовать в своей клинической практике, это, конечно же, ниволумаб. Для тезолизумаба результат был негативным. Для пембролизумаба мы пока еще ожидаем результатов исследования. А для исследования с ниволумабом уже представлено, опять же, в этом году исследование более длительного наблюдения. Дизайн исследования, в принципе, он понятен. Это пациенты, которые имели
или неоадъювантную плотноизолирующую химиотерапию были прооперированы. Или, если у них не было неоадъювантной плотноизолирующей химиотерапии, у них имеются противопоказания к адъювантному использованию. Поскольку, опять же, помню, место цисплатина, оно должно быть. Если даже у пациентов не было неоадъювантной химиотерапии, то после проведения цистектомии они, в принципе, должны быть подвергнуты адъювантной плотноизолирующей химиотерапии. Так вот, если по каким-то причинам это не состоялось, то пациенты с адъювантной целью могли получать после рандомизации ниволумаб. И данные уже мы видим 5-летнего наблюдения. Мы видим, безусловно, выигрыш в безрецидивной выживаемости, особенно у пациентов, имеющих высокую экспрессию PD-L1. Практически двукратное снижение риска прогрессирования у данных пациентов при использовании ниволумаба адъювантно. Выживаемость без отдаленных метастазов, также мы видим свежие данные. Безусловно, выигрыш у этих пациентов прослеживается. Но если мы посмотрим под анализ по подгруппам, то это выигрыш имеют принципиально пациенты, имеющие локализацию опухоли именно в мочевом пузыре. Это не прослеживается для пациентов, имеющих поражение мочеточников и почечной лоханки. И все-таки у пациентов, которые получили препараты платины. Поэтому место платины, оно сохраняется. Но то исследование, которое оказалось негативным в адъювантном режиме, атезолизумаб, мы видим, что совершенно одинаково кривые идут. Но в то же время вот эти вот циркулирующие ДНК, те пациенты, которые были разделены в дальнейшем на подгруппы в зависимости от наличия или отсутствия ее, те пациенты, которые не обнаружили микроопухолевую ДНК в крови, те пациенты имели принципиальный выигрыш от адъювантной терапии. Поэтому, конечно же, как маркер, этот параметр может использоваться, должен использоваться, наверное. Это исследование, в частности, у пациентов, у которых определяется циркулирующая ДНК после хирургического лечения и адъювантная терапия, атезолизумабом. Это исследование сейчас запущено, и его результаты они будут, конечно, интересны. Если мы говорим уже о первой линии и о поддерживающей терапии после химиотерапии рака мочевого пузыря, то здесь, конечно же, вот принципиальное разделение пациентов на наличие отсутствия противопоказаний к цисплатину. Если цисплатин не противопоказан, то обязательно на первой линии, конечно, платиносодержащие режимы и в дальнейшем только поддерживающая терапия ингибиторами иммуноточек контроля. Если цисплатин противопоказан, то здесь уже возможности использование иммунопрепаратов первой линии, они, конечно же, более такие однозначные. И, в частности, это вот базируется на исследовании KEYNOTE-052, это пембролизумаб в лечении диссеминированного уротелиального рака у пациентов, имеющих противопоказания к цисплатину. Мы видим, что частота объективных ответов и полных регрессов, она довольно высока, причем чем выше уровень экспрессии PD-L1, CPS больше 10, например, у этих пациентов до 20% достигает частота полных регрессов. И длительность, медиана общей выживаемости пациентов, она также довольно убедительна. Это у пациентов, имеющих противопоказания к цисплатину. Сейчас уже тоже выполнен под анализ, в зависимости от уровня CPS, мы видим, как расходятся кривые общей выживаемости. В частности, 4-летний рубеж переживают до трети пациентов, имеющих CPS более 10. Поэтому, конечно, этот параметр лечения уротелиального рака, по крайней мере, имеет значение. Конечно же, ряд исследований было запущено для того, чтобы оценить, какой оптимальный режим первой линии терапии. Это может быть комбинированная иммунотерапия или комбинация химиопрепаратов и иммунных препаратов. И вот дизайн исследования, он здесь представлен. В принципе, исследований мы видим много, не меньше 7, по крайней мере. И те исследования, которые уже сейчас оценены, представлены, это исследования, включающие атезолизумаб или дурвалумаб, или комбинация дурвалумаба, тремелюмаба или пембролизумаб в сочетании с цитостатиками. И, в принципе, оказалось, что в первой линии у пациентов, не имеющих противопоказаний к препаратам платины, к цисплатину как таковому, сочетать иммуно-онкологические препараты и химиотерапию нецелесообразно. Мы видим, что, в принципе, иммунотерапия не имеет никаких преимуществ по сравнению с химиотерапией. Но в том случае, если мы имеем пациентов, у которых есть противопоказания к цисплатину, и еще имеется повышенная экспрессия PD-L1, в частности, исследование с атезолизумабом, это нижний график, то мы видим, что преимущества пациенты имеют. Поэтому по современным рекомендациям, если пациенты не подходят к использованию цисплатина и имеют повышенную экспрессию PD-L1, эти пациенты являются кандидатами для использования в первой линии, в частности, атезолизумаба. Или они могут использовать также пембролизумаб, если у них имеются противопоказания к, в том числе, карбоплатину.
Поэтому действительно место препаратов платины, оно еще раз здесь освещено, оно должно быть. И поддерживающая терапия. Поддерживающая терапия, в принципе, доказана сейчас эффективность препарата только авелумаба, и мы его можем использовать у больных, которые получили платиносодержащий режим первой линии терапии, или содержащий цисплатин, или содержащий карбоплатин. И после 4-5-6 циклов химиотерапии они при отсутствии прогрессирования переходили на поддерживающую терапию авелумабом или оставались в группе наблюдения. И мы видим, что уже при довольно длительном наблюдении медиана общей выживаемости, она практически достигает 2 лет, в то время как в группе наблюдения чуть превышает год. Поэтому поддерживающая терапия авелумабом, она уже является, в принципе, таким стандартом. Вот уже более такие продолженные период наблюдения представлены в этом году. Мы видим, что практически на 9 месяцев выигрыш в медиане общей выживаемости у этих пациентов отмечается. Особенно касается пациентов, имеющих повышенную экспрессию PD-L1. В частности, при длительном наблюдении у этих пациентов вообще даже не достигнута медиана общей выживаемости. В зависимости от режима химиотерапии, также все-таки преимущество цисплатина определенное есть, потому что показатели выживаемости выше и в группе наблюдения, и в группе, использующей авелумаб. Поэтому пациенты, которые подлежат все-таки терапии цисплатину, они и так имеют, скажем так, больший потенциал для дольшей жизни их, по крайней мере. Поэтому, конечно же, вот избегать этой опции точно не нужно. Если мы говорим о второй линии терапии уротелиального рака, то здесь уже наши возможности довольно, скажем так, ограничены таким основным исследованием. Это все-таки пембролизумаб, это единственная категория 1 доказательности во второй линии терапии. И здесь мы уже говорим об исследовании KEYNOTE-045, который тоже уже довольно давно известен. Мы уже знаем данные 5-летней общей выживаемости. Во второй линии или пембролизумаб, или химиотерапия на выбор исследователей, как правило, это венфлунин, или паклитоксел, или гемцитабин. Мы видим принципиальное, конечно же, увеличение общей выживаемости пациентов, снижение риска смерти примерно на 30%. И принципиальные различия в объективном ответе. Мы видим практически двукратное превышение объективного ответа при использовании пембролизумаба и особенно длительность ответа. Для пембролизумаба практически 30 месяцев сохраняется эффект по сравнению с 4,5 месяцами у больных, получающих химиотерапию. Поэтому, конечно же, вторая линия – это пембролизумаб с высокой долей доказательности. Если мы говорим об алгоритме лекарственной терапии, о месте иммунотерапии в лечении, то, разумеется, если пациент в первой линии терапии может получать цисплатин, он должен его получать и в дальнейшем с поддержкой авелумабом. Если пациент не может получать цисплатин, то он должен получать схемы на основании карбоплатина и в дальнейшем переходить на поддерживающую терапию. И только в том случае, если он имеет противопоказания и карбоплатину, то он может использовать атезолизумаб или пембролизумаб. Но в том случае, если он уже получил препараты платины или прогрессировал в течение года после неоадъювантной платиносодержащей терапии, то, вот, конечно, пембролизумаб и другие виды иммунных агентов. И, конечно же, очень важная опция – это клинические исследования, которые дают нам принципиально новую информацию о возможностях тех или других препаратов. Поэтому, если мы говорим о месте иммунотерапии в лечении уротелиального рака, то, конечно же, предпосылки есть, и они реализуются в результатах клинических исследований и в нашей рутинной практике, поскольку имеется высокая мутационная нагрузка в уротелиальном раке, неотигенные триггеры иммунного ответа, поэтому, конечно же, место для работы, для запуска, для реиндукции, реактивации, вернее, иммунной системы они есть. И иммунотерапия, она уверенно вошла в стандарты лекарственной терапии уротелиального рака, но, конечно же, химиотерапия на основе препаратов платины не утратила своих позиций. Поэтому что мы можем использовать в качестве предикторов, это экспрессия PD-L1, она, в принципе, демонстрирует свою такую предсказательную возможность, но это далеко не окончательный параметр, который мы должны использовать. И, конечно же, в совокупности с опухолевой нагрузкой, с экспрессией, там, с наличием циркулирующей ДНК опухолевой в послеоперационном периоде, с другими параметрами, касающимися пациента, мы выбираем опции лечения. Благодарю за внимание.